сегодня происходит малый пасхальный фестиваль. Мы хотим пробудить сердце каждого и чтобы каждый человек помог детям, которые живут без родителей или у них какие-то проблемы со здоровьем. И сейчас у нас проводится эта акция. Мы предлагаем людям купить что-нибудь в магазине для детей, например, канцелярию или какие-нибудь маленькие игрушки. Все равно даже маленький подарочек будет этим детям приятно. С детьми это вообще нормально. Примите, пожалуйста, участие в акции. Купите подарок для детей, которые живут в больницах, инвалидов. Тацки, возьмите, какие красивые мишки. Ой, какой красивый. Ложите туда. Вы нам даете всю коробочку, мы относим это детям, которые там, в больнице, да, которые в больнице, а которые в детских домах. Это другое, это просто мы спим. Здравствуйте, принимайте участие в акции, купите детям игрушки, раскраски, надо обратиться, да?